Дорогая, мы сейчас заедем в ресторан, у меня ужин с партнером. Мы можем ехать куда угодно, но мы договаривались в кино. Послушай, кино может подождать, у меня очень важная встреча. Я хочу в кино, ты обещал. Хорошо, раз ты так ставишь вопрос, поехали в кино. Куда ехать, к Диану? Но почему? Почему я всегда должен делать то, что хочешь ты? И никогда не берется в учет то, что хочу я? Хочешь туда, едем туда, не хочешь, не едем. Нет, надо что-то менять. Ну, где твое кино? Разрываю с тобой все отношения, и в зеркале нашей любви больше нет, нет твоего отражения. В общем-то, селяви, на каждый мой вдох у тебя свое мнение, и я задыхаюсь с тобой, но я доживу наше воскресенье. А завтра я стану другой. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня давай держись. Все расставило время по местам. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим. Включу в своей памяти главную функцию и больше не помню о нас. Напишу новый план со главными буквами: стать счастливой здесь и сейчас. Я оденусь в новое вдохновение и сделаю сердце смелей. Но я доживу это воскресенье, а завтра все будет окей. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим мечтам. Ну а ты без меня давай держись. Все расставило время по местам. Я начну с понедельника новую жизнь. Распахну двери своим. Ну что, дорогой, теперь в ресторан?